Доброго времени суток. Поговорим про ИПП, индивидуальный перевязочный пакет израильского типа. Как он выглядит? Ну, видите, вот это читается как Тахбошет Ишит Саде. Он стерильный. Срок годности у него вышел 2.2011, сделан был 2.2016. Вот, но на самом деле им ничего не будет. Давайте откроем, посмотрим, что там есть. В принципе, он открывается и без ножниц. То есть вот здесь специальная штучка есть. Мы его открываем. Видим здесь две скрепки. Здесь есть инструкция использования. Мы видим вот такую штучку. Здесь, видите, на английском даже написано. Так, сфокусировался. Угу. Собственно, что мы делаем? Мы засовываем можем вот так вот открыть. Получается такой вот как большой пэд, такая большая марлевая повязка. Для примера мы можем положить ее вот так вот и, соответственно, начать заматывать. Так, здесь неудобно получится снимать, но смысл вы поняли. То есть вот. Я думаю, что это самая удобная вещь. Для личного использования, но вот так вот она выглядит. Еще раз повторюсь, это так называемый индивидуальный перевязочный пакет типа ТАЛЬ, модель 2. Вот так вот он выглядит. Все, всем пока.